Ну, в общем, остановили меня за то, что я выезжал с «Ласточки» на Днепр-шоссе, с поворот налево сделал. И они меня остановили за то, что я повернул в левый ряд. А в какой мне ряд надо было поворачивать? Подождите, вы говорите на «Ласточке». Это сколько километров отсюда было? Ну, два светофора. Два светофора. Это километров 5, наверное, да? Я вас понял. Что вы хотели? От вас? Да. Патрульная полиция, капрал полиции, Бессараб. От вас ничего? А, я думал, что это от меня хотели. А скажите, вас? А что у вас брызговиков нету на машине, на вашей служебной? На моей? Да. Задайте это вопрос в управлении патрульной полиции полка города Кривого. Я же не просто так у вас спросил. Ну, а я не просто так вам ответил. Вот ваши шакалы. Какие? Останавливают водителей. Какие шакалы? Ну, есть такие. Я на вас не говорю, что вы шакал. Я вас не знаю. А кто такие шакалы? Дайте определить. Которые нападают на жертву. Жертву ищут. Вот это шакалы. Это которые в лесу? Да, которые в лесу. Вы правильно. Вы смотрите, смотрите, вот здесь вот лес, вот они отсюда выбегают. Так. Да. И шакалы нападают на водителей. Надо быть очень аккуратным. Да. Смотрите, скажите, пожалуйста. Да. А «Ласточка» где находится? А обувная фабрика где? Это вы что, за ним гнались? За кем гнался? Вот за этим водителем. Чего вы взяли, что я за кем-то гнался? Так что они от вас хотят сейчас? Документы у вас взяли? Нет, ничего. Причем... Мы сейчас хотим видео доказательства. Все, ждем. Я же попросил. Вы же не против, да? Я побыстрее, потому что у меня ребенок сидит, плачет в машине. Они я все понимаю. Равно телятся. Ну я уже вышел сам за вами. Ну, попросил. Не быстро. Я вас понимаю, не быстро. Ну что я могу сделать? Ну, так, что вы? Откуда вы качаете вообще? Я не пойму. Сейчас качаю телефон. Покажите мне телефон. А почему я не могу посмотреть на видеорегистратор? Почему я должен смотреть с вашего телефона? Ну, ничего страшного, я хочу с него посмотреть. Я не хочу смотреть с телефона. Телефон это вообще не доказ. Смотрите, ваш, тем более тут, я. При чем тут телефон? Смотрите, если вам при том, что вы мне что-то предъявляете. То есть они вам хотят показать не с того, что записала. Да, вот именно. Я хочу конкретно посмотреть видеодоказ. Вы вообще не... Тогда вы украли. Не установили, вообще не по закону. Почему сейчас? Не по закону? А потому что... Ну, чем вы аргументируете свою остановку? Ну, я же вам назвал, озвучил. Озвучьте, пожалуйста. Еще раз? Да. Забыли? Ну, да, у меня память немножко, знаете, плохая. Ну, это очень плохо. Я вам ее озвучивал. Пейте, не знаю, какие-то препараты для улучшения памяти. Инспектор, а что вы говорите плохо? Что у него плохо? Я не знаю. Человек утверждает, что у него что-то плохо. Вам плохо? Что вы у него хотели попросить? Я спросил у него вас конкретно. Попросить ничего не хотел. Нет, я же не к вам обращаюсь. Нет, вот... ну вы сказали инспектор, я вам ответил. Нет, скажите, вы у него хотели попросить доказы, да? Да. И засчитать ваши права. А он вам сказал, что у вас плохая память, что что-то там не в порядке. Да, почему вы переходите в неположенном месте проезжую часть? Именно вы. А вы? Что я? А что вы тут делаете? Кто вам сказал, что я подошел в неположенном месте? А почему вы отвечаете вопросом на вопрос? А потому что я так хочу. Ну, я так хочу. Что? Что? Где? Тогда. Вчера это было, или что, с вашей женой? Вы вообще женаты или нет? А при чем тут это? Я не пойму. Не, вы мне скажите, что случилось с вашей семьей? Ну, у вас хорошая шапка. Так что случилось? Где? Когда вас сюда послали, в Кудрово, ваши родители. В каком моменте? Что они вам сказали? Что сынок езжает в Кудрово, или что? Бо в нашем селе там такого немає, да? Так учиться точно. Жить. Так точно. Так вы знаете, что наш город шахтеров и металлургов? Что вы тут делаете? Здесь? Да. Нахожусь. Здесь, а где ж? Нахожусь. Что тут делаете? Я вам уже ответил. Среди шахтеров и металлургов, что вы делаете здесь? Я же вам уже ответил. Что у вас машина грязная? На улице сухо, смотрите. Спросите у меня. На улице сухо, а у вас автомобиль грязный. Это вы что, предмет показываете? Что вы машину не помыли? Чью? Вы только что сказали, что это ваш автомобиль. Когда я задал вопрос, где брызговики, а сейчас вы говорите, чью? Это не мой личный автомобиль. Вы сказали, что ваш. Возможно, вы меня не так поняли. Нет, я отлично понимаю. Знаете почему? Нет, не знаю. Я служил в разведке, я отлично вас вижу. Поздравляю, рад за вас. Так вот смотрите. Не хочу смотреть. А что он сейчас делает? Что он там ищет? Я не знаю. Давайте мы сейчас глянем. Давайте посмотрим. Давайте. Гляньте. Что с ним там брызгается, что шукает? У него не мает сегодня ничего. Имею. Хорошо.
какой нормативный акт позволяет вам 15 минут уехать? А сколько вы меня имеете право незаконно удерживать? Скажите, пожалуйста. 3 часа. Какие 3 часа? Вы о чем? Ну вы сказали, закон. 3 часа шоу. Какие 3 часа вы имеете меня держать? Вы купак, почитайте. Вы слышите, что он говорит? Он мне 3 часа имеет право моего личного времени тратить. Вы... 3 часа, молодой человек, это для восстановления личности. Ну о чем вы говорите вообще? Вы хотите мой паспорт? Протокол на задержание. А? Вы составляете? Вот сейчас вы его задерживаете. Кто на 3 часа. Составляете протокол. Ну вы на задержание. Вы меня на 3 часа сейчас можете задержать. Вы о чем говорите? Могу, но я ж вас не задержу. Я вас так остановлю. Я имею право ехать. Нет, вы останавливаете дружище. Сколько времени? Согласен. Какое? Что он нарушил? Вы мне не показываете, не предъявляете ничего. Сейчас сколько пока я должен это ждать? Сколько? Смотрите. Сколько? Правильно. Вопрос. Сколько я должен ждать? Если... Я вас уже хорошо, ожидаю 15-20 минут. Поговорите. Правильно? Поговорите. Сколько я вас уже жду? 15-20 минут. Сколько я еще обязан вас ждать? Когда вы наговорите? Сколько? Вопрос. Да. Конкретный вопрос. Вы спрашиваете. Сколько? Я вам отвечаю. Правила дорожного движения. Я сейчас скачаю. Да вы о чем говорите? Что погромче. За бред какой-то? Ну, это погромче. Да вы погромче скажите, пожалуйста. Это доказы в суд надо. Доказы в суд? Да. Хорошо, доказы в суд будут предоставлены. Сколько вы меня будете давайте еще сейчас задержать? Так, чтобы можно... У человека я даю видеозапись. Да ради бога, пожалуйста. Я скачаю видео и покажу вам. Ну что вы так? Ну я понимаю, что вы ребенок. Да вы ничего не что понимаете. Если бы вы понимали, да, вы бы это сделали быстренько. А если бы вы понимали, вы бы не нарушали. А я и не нарушил это ничего. Это ваша точка зрения. Нет, да. Я конкретно вам факты говорю. А что а вы придумали? Что говорю, вы придумали? И сейчас что-то пытается. Да почему ты так говоришь? Да а у вас маленький ребенок в машине? Да, ребенок сидит. Угу. Ну как? Где? Там, в Гешефте. Где-где? Да. Ну, там, да, где вы смотрите постоянно. А-а-а. Уже только что мне ваши два коллеги сказали. Что вам сказали? Один говорит нравится, второй говорит нет. Там... Я так, может, я говорю, удалю, он говорит, да не, не надо. Так что ж тогда не нравится? Ну, он не мог ничего сказать. Ну, хорошо, так и оставь. Что хорошо? С вашего позволения я выложу YouTube. Конечно. Я вам дам, куда вы посмотрите. Обязательно. Я вам тоже разрешаю выложить. А вы не будете мне давать разрешение? Да. Да. Ну, хорошо, я вам не даю разрешения. Да. Не вылаживайте. Не даете? Я хочу узнать, где ваши родители живут, чтобы им отослать. Полк патрульной полиции, приходите, вам, я думаю, ответят. Вы в декларации это указали, откуда вы приехали? Откуда приехал? Да. А там есть такая графа? Да. Ну, если есть, значит, населенный прошел пункт. Что населенный пункт? Фамилия, имя, отчество. И потом населенный пункт есть. Указали ли вы, откуда там, вы прибыли? Там есть такие графы? Да. Ну, значит, указал. Ну, я проверю. Как ваша фамилия? Моя фамилия? Моя фамилия Бессарам. Вот. Вот эта фамилия, знаете, о чем говорит? Нет. Что вы Западной Украины. А почему Западной? А потому что. Ну хорошо, пускай будет. Потому что потому. А у вас какая-то предвзятая отношение к Западной Украине? Нет. Они нормальные люди. Там есть такой видеоролик. Видеоролик? Посмотрите, да, со Львова, как дети собрались и говорили, кто вы такие. Капрал, да. Ну, поторопите, пожалуйста. Сейчас. А ничего у него там нет. А? У него там ничего нет. Я только что смотрел. Видите, он тупит. Ну что? По поводу. Вчерашнего дня? Не знаю. Угу. Захватывает хорошо. Капрал, вы старше сегодня? Мороз, встань. Да. Ну поторопите, пожалуйста, ну, своего подчиненного. Ну сколько он может заканчивать? Сколько еще? Ну подойдите, видите, там кружок обводит. Ну, зачем мне подходить? Вы же сказали, старший. Я вас хочу отпустить. Я вам так в чем проблема? Я хочу. А знаешь что? Как вас зовут, молодой человек? Александр. Александр, да. Знаете, что он так сказал? Да. Он только что с ним пообщался, тот говорит, я ничего не могу найти. А этот начинает добрявка включать и говорит, да я вас сейчас хочу отпустить. На этом
этой тут, нормальной ноте, да, так. Разойдемся по-быстрому. Я поехал по своим делам, и все. Смотрите, у вас два нарушения. Да, ну давайте тогда быстренько. Какие-то, озвучивайте. И... Смотрите, Александр, слушайте, какие нарушения. Даже этот гражданин, который нас сейчас снимает, оно у вас сейчас должно на лицо. Давайте, какое? Грязный номерной знак. Потому что я приехал за городом. Смотри. Я ехал по трассе. Я сейчас еду на мойку и мою машину. Что он у вас просил? А? Что он у вас раз? Что у меня номерной знак грязный. А что он грязный? Потому что я ехал, приехал с трассы. А ну, там мойка была? Закидывал. Вот именно. Я же говорю, я только ехал в город. Я сейчас на мойку поеду и помою машину. Правильно? Или как? Нет, так пускай он помоет ее. Смотрите, а если вам что-то не нравится? Что вас веселит? Вас веселит что-то, да? Да! Вы увеселите нас! Так, что-то статья, кодекс, законы Украины. А я не мешаю, я буду стоять в стороне. Я понял. Про национальную полицию. Я наказываю вам, будь ласка, 5 метров здесь. Руки от меня, ко мне не дотрагиваются. Я не дотрагиваюсь, это вы ко мне дотрагиваетесь. Значит, 5 метров. Тоже могу. 5 метров, хорошо. Пошутите. Ну шутите, 5 метров от меня, хорошо. От вас? Да, ну хотя бы 2 метра, будь ласка. А что случилось? Згідно 36-ї статті. Ну и что? Мне запрещается стоять на своей территории? Это не ваша территория, ровно счетом не моя территория. Александр, вы видите, что он не хочет, чтобы я фиксировал? А? Вам предоставили? Нет. Вы не согласны? Не согласен. Посмотрите, я что? Перестроился. Я смотрел. Я перестроил. Хорошо, полоса была занята. Смотрите, я вам еще раз говорю. Вам видеодоказы было надано. Згідні ви з ними, не згідні. Це ваша точка зору. 268 стаття Кодексу України про адміністративне правопорушення надає вам змогу протягом 10 календарних днів оскаржити винесену постанову. Угу. Дивіться, зараз може по правилам поліції буде розглянути справу по відношенню до вас. Будьте люб'язні, вам було надано відеодокази, надайте документи, передбачені правилами дорожнього руху, щоб на вас було розглянуто. Справа і на вас було винесено постанову. Дайте, будь ласка, мені документ посвідчення об'єднання до субординації транспорації страховий пост. Все? Все? Да. Ну, все, хай. Александр, Александр, да. Они вам так показали только что доказы? Ну, вы видели их или нет? Это не доказ. Это не а что там было? Показали мое передвижение, то есть они конкретно показывали, что они двигались в правой полосе, я двигался в левой полосе, то есть после обгона, после того, как я их обогнал, я перестроился, включил поворотник, то есть и они ж меня... То есть им не понравилось, когда вы их обогнали? Я не знаю, что им не понравилось. Им не смотрите, вы только просто, что... Может, Александр, может, у них немножко предвзятое отношение, ну... Вы только что слышали, как вот этот вот инспектор только что мне зачитывал 36-ю статью по полиции. Знаете, зачем это он говорит? Зачем? Это для того, чтобы я не фиксировал ваше общение. Ага. Отойдите на 5 метров, там еще. Вы поняли, к чему он? Что я мешаю? Я не знаю, к чему. Вы поняли, что он хай гонит? Составляет, хай составляет. Пускай составляет. Да. Пожалуйста, Александр. В письменном виде, да? Протокольчик хай пишут. Так, все. Давайте, я вам вот предъявляю. Вот мы посвящены. Для полного... Да, давайте. Будьте любезны. Конечно же. Вот, пожалуйста, вам. Смотрите, если я вот что раз говорю. А какой курорт? Если вы не согласны. Я все слышал. Смотрите, мы сейчас рассмотрим дело. Рассматривать его буду я. Звони, я Капрал, фамилия моя Бессараб. А где вы будете? В суде? Ответьте. Вы же меня спросите, в суде будет или где? Нет, он сказал, на месте разгляны. Смотрите. Разгляны на сейчас, месте. Сейчас 15.26. Сегодня они скачут тут 15 сечня. Мы находимся на улице Днепровское шоссе біля электроопоры 193. По административной реальности будет приговориться свой Александр Александрович за 87-го года народження. Дивіться, перед початком другої справи. Зачитаю ваші права. Згідно статті 63 Конституції України, він не несе відповідальність за відповідальність. Громче говорите, я вас не слышу вообще. Звідно статті 63. Ви не несете відповідальність. Немножко не надо так, да. Не люблю, когда слишком. Хорошо. 63. Ви несете відповідальність за відмову давати пояснення щодо себе, блоки. Я не слышу. Ну, Капрал, ну пожалуйста. Статті 63. Ви не несете відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе. Своїх близьких родичів, коло яких визначено закон. Угу. Згідно статті 268, ви маєте
справу, надавати пояснення, заявляти клопотання, користуватися медичною допомогою адвоката, користуватися послугами перекладача, користуватися послугами іншого фахівця в галузі права. Знаю, що ви маєте право скажете дану постанову протягом 10 календарних днів праці. За дане правопорушення передбачено в розмірі 425 гривень, який ви маєте сплатити протягом 15 календарних днів. В разі несплати він планується і буде становити 850 гривень. Вам зрозуміли ваші права? Розуміли. Прощаю. Угрози. Ні, ви будете, все правильно предупреждаю. Суд должен, ви будете надавати якісь пояснення, заявляти клопотання. Я у вас зараз на даний момент. Вам дати ручку, листок бумаги, ви що-то будете писати? Заявляти клопотання? Да. Да? Да. Пояснення будете писати? Или надасте в суді, коли будете оскаржувати, чи ви всі стоящі посадові особи? Я прийду на тут. Да. Вообще, ну, если да, то я сейчас даю вам бумагу, вы будете пить. Или потом будете писать. Давайте, напишу в суде. Напишите. Да. В суде. В суде? Да. Вы будете жаловать в суде? Сейчас ничего не будете писать? Так, а сейчас смысл писать? Вы же меня все равно на суд вызываете? Я не вызываю, я выношу вам постановление. Если вы не согласны, то можете пройти на Волгоградскую 11, там пол. Вышестоящий особь, оскаржите. Или в судовом порядке. Смотрите, видите, на что он вам клонит? У них там какая Волгоградская номер? Я проще. У них нет там юридического адреса. Потребуйте у них юридический адрес. Составляйте протокол, давайте. Просто если вы не согласны, придете и обжалуете. Можно вам вопрос задать? Скажите, по вашей Волгоградской 11 есть? Понимаете? Обратитесь на Волгоградскую 11. А я обращался. И что там? Там написали, что юридический адрес у вас находится в Киеве. Отлично. Вы молодец. Да все, прекращайте уже снимать. Да? Да. Все, молодец.